небольшой обзорчик, как сделать более-менее ровную грядку, правильную. Нам нужно два колышка и нитку, леску, все что угодно. То, что будет натягиваться между колышками. Тут в данном случае использован спиннинг от старой, от древней удочки с леской 0,4. Вот, натягивается сначала одна сторона ровненько по отношению к чему-то. Ну, в данном случае по отношению к забору натянуто было на одинаковом расстоянии. Делается просто тяпочкой. Легкая-легкая-легкая траншейка такая под лесочкой, чтобы она была ровненькая, более-менее. Потом лесочка убирается в сторону и делается вот такой ровчик. Накидывается земелька к центру будущей грядки. На этой стороне тоже ставится, потом это переносится, эта лесочка на эту сторону. И будет земелька теперь закидываться отсюда. Отсюда и тоже к центру. Потом граблями все это разровняется. И это получится грядочка. В данном случае почва глинистая, суглимок такой своеобразный. Когда подсохнет, она каменеет. Когда влажная, все к ней так прилипает. И она ко всему так прилипает, что невозможно тут даже ходить. Не то чтобы работать. Вот. Ну еще плюс она долго не ухаживалась, поэтому в прошлом году она не пахалась, не вспахивалась, не культивировалась. Вот в этом году первый раз спахалась на 3 раза. Первый раз, чтобы разбить хотя бы большие камни, целину вот эту раздолбить на низкой скорости, и 2 раза на высокой скорости проходилась культиватором, мотоблоком. И вот что из этого получилось. Но это, конечно, недостаточно. В идеале было бы еще проборонить. Ну и вообще надо ухаживать за землей. Вот, а в данном случае придется граблями. Все, что можно будет разбить, разобьется. А все, что не разобьется, постараться надо будет убрать с грядки в сторону, в дорожке. Граблями все это легонечко убрать, чтобы максимально на грядке оставить рыхлую субстанцию. На этом все. Ну, вот так выглядят 2 бороздки вот эти. Или как это назвать? 2 траншейки. Вот так вот они накидываются друг на друга в грядке. Работа нелегкая, если земля трудная. Если земля более-менее мягонькая, не липкая, не каменная, то в принципе особого такого мощного усилия здесь сделать эти бугорки не составит. Траншейки. В итоге должна получиться вот такая примерно грядочка. Имеет плоскую поверхность. Тропиночки своеобразные, которые при этом притопчутся потом. Ну, сейчас тоже с этой стороны будет откидываться земелька на следующую грядку. С тропинки здесь. И здесь вот, где ниточка натянута, отсюда тоже. Такой же бугорок, также разглаживаться будет. Ну и здесь узенькая тоже будет сделана.
Вот такая аккуратненькая грядочка.